Круто-круто! Все круто! Всем привет, ребята! Меня зовут Маха Гричева. И в последнее время у меня стали очень актуальные вопросы, как не бояться себя и скрепоститься, потому что сейчас такой период в России, то, что можно просто делать сумасшедшие вещи, какие-то бешеные поступки, и всего лишь для этого нужно расслабиться и понять то, что ты – это тот человек, на которого хочется смотреть, и просто классно, супер, отлично. И сейчас расскажу тебе парочку фактов, как стать по-настоящему собой. Как раскрепоститься? Да все достаточно просто. Нужно быть хотя бы уверенным в себе. Выглядеть красиво, да, многие говорят, типа, это сложно, но, ма, поверьте, вот сколько этих видео на ютубе, как стать бьюти, красивым, классным, и просто вот посмотреть, как сделать из себя красотку, да сейчас миллионы-миллионы способов, как убрать эти прыщики, всякие вот эти жрочки туда-сюда, все начинается на самом деле с тебя, и тебе это нужно принять, потому что многие прячутся от этого факта и ищут какие-то дурацкие оправдания, типа, да ну там, наверное, какие-то обстоятельства. Нет, все обстоятельства заключаются только в тебе, абсолютно в тебе. И сейчас мы проведем небольшой эксперимент, пойдем по городу и покидаем друг другу мячик. У вас уже, наверное, миллион вопросов 100, но я покажу, как настоящий человек рождается. Ну что, погнали? И сегодня мы проверим, насколько сильно я не стесняюсь людей, и покажу вам пример, как можно делать круто и классно. Все самое простое, мы будем кидать друг другу мячик, например, вот так. Эй, смотри. Эй, да он и так может, супер слоу-мо атаку. Эй, ребят! Эй, давайте пятюню! Пойдемте вместе со мной. Погнали. Сейчас компания Samsung запустила очень крутой челлендж, в котором ты можешь проверить себя и перестать стесняться. Все достаточно просто. Суть заключается в том, что тебе должен кто-нибудь кинуть мяч в кадр, неважно, мяч или что-либо другое, по правую руку, а ты словить его и передать его влево. Ну, или может быть ты такой смелый, что просто, как я, возьмешь и кинешь его незнакомцу? Самое, что интересное, можно кидать не только мяч и давать другу пас, а, например, мягкую игрушку.
Так вот, снимай видео со своими друзьями, как ты делаешь пас, и ставь хэштеги «Сделай пас» и «Do what you can T». И все это снимай на свой крутой смартфон и выкладывай в свои соцсети. И, возможно, именно ты попадешь к видео на канале у Димы Масленникова и получишь крутые призы. А это не что-нибудь, а новенький смартфон Samsung Galaxy S9. Главное – это твое умение и не бояться выходить за рамки, твоя креативность, чтобы присоединиться к самой большой цепочке пасов. Поэтому участвуй в этом челлендже, все подробности внизу. Вы можете, наверное, подумать, что своим поведением и со всеми моими вот этими амбициями я такая вся изначально, знаете, из мамы вылезла и такая сразу «Круто-круто!» Все круто, но нет, у меня были моменты, когда я была на самом деле очень замкнутой девочкой. У меня было такое тяжелое детство, но так оно действительно и было. Очень много было сплетен за спиной, по моему внешнему виду, по моим бровям, по вообще всему моему ощущению в жизни. Постоянно говорили то, что, ну, типа, Маха, ну, 50 максимум баллов из 150-38. Был один очень действенный способ, может, я рассказывала как-то в трансляциях или на видео. Каждое утро раньше я вставала, когда прям ненавидела себя, вставала и заставляла себя подходить к зеркалу и орать. Вот так вот тут примерно я орала, и реально просто мама-то вот так, этот брат вот так, а тут просто соседи все, господи, ты скажите ей, что она красотка. Я просто себя, ну, направляла на ту мысль, что я красотка, я стала так себя чувствовать, что, господи, да мне все горы по плечу. И плюс я понимаю, то, что неуверенность в себе, вот эта вот замкнутость и какое-то неразвитие себя, это тупо стопорит вас на том, то, что вы не можете быть еще лучше, чем вы есть сейчас. Ну, конечно, как это быть лучше, чем я сейчас? И нужно понять одну вещь, то, что такие, как вы, ну, вас таким больше не родят. В общем, абсолютно одно. Больше таких не будет. С такими зубами, с такими глазами. Может быть, у вас есть, как у меня, кары, там двойник и все такое, понимаете? Но вот именно вас из такого своего города будет только один человек. И если вы просираете свою жизнь на том моменте, когда вы просто берете и говорите, что нет, я стесняюсь, я не могу, то вы просто берете и даете шанс другим людям, которые осмелились сделать свою жизнь лучше, а вы так до сих пор стоите на месте. И мне кажется, то, что самое время со всем этим выбегать на улицу в такой крутой период в России, выбегать и кричать то, что я могу, я все могу, общаться со всеми, находить новых друзей, походите на курсы, пообщайтесь с друзьями, подойдите, вот я писала список раньше 100 желаний, огромных 100 желаний, и выполняла хотя бы одно желание в день на протяжении, не знаю, полугода. И это меня настолько вдохновляло раскрепоститься еще больше перед народом, тем более, ну, сейчас я не боюсь абсолютно ничего. Значит, для вас есть и миллион лайфхаков, как стать лучше. И вся проблема, на самом деле, исключительно только в тебе. Ну, если тебе, конечно, нравится этот образ, типа, меня все жалеют, потому что я жирная, типа, и твоя красивая подружка говорит, ой, ну ты жирная, но зато все с тобой нормально, ты там все равно хорошая, это же не главное. Так вот, нет, главное. Если ты себе не нравишься, то ты не нравишься никому вокруг. Итог может быть только один. Не стесняйся, просто бери и делай. Не парься ты, в конце концов, потому что, ну, реально, такая, как ты, такой, как ты, со своими изъянами, со своими вот этими странностями, только один человек. Показывай странности миру, показывай себя таким миру, и все у тебя будет круто. Нету абсолютно точного рецепта, как стать просто невероятно раскрепощенным. Есть только ты и твой путь. И мои советы, потому что можно подписаться на мой канал и стать еще лучше с каждым днем. Меня зовут Маха Горячева. Цветите, потому что это лето одно, и ты один. Люблю, целую. Пока-пока.